Добрый день, дорогие друзья. Вот с таким вот уловом у нас уезжает будущее России. Ромка, привет еще раз. 5 сомиков. Весьма и весьма неплохо. 12-14. Уже уезжаем. Так, что ты расскажешь нам сегодня по рыбалке? Что ты расскажешь по времени, которое ты провел в трех пескарях? Улыбка, смотрю, с лица не сходит. Давай, рассказывай все по порядку. Так, 30 мы пришли сюда на 6 часов. На клюёрке 2 часа и 8.42 я отошел и клевал сомик. И два раза поймали сомик за 5 минут. На что ты ловил-то? На креветку и червя. Креветка с червем, да? И внизу на второй крючок много червей, чтобы они шевелились. Короче, бутербродик создавал, да? Гамбургер. Новшество Макдональдса от Ромы, да? Ну, просто сомик и осёта реагируют на шевеление. На шевеление реагируют, да? Да. Так, ну ты, я смотрю, ты уже всерьез увлекся рыбалкой. Это здорово. Понравилось? Да. Ну давай, приезжай еще, собирай всех своих родственников, и не только бабушку с дедушкой, и родителей тоже приобщай к здравому отдыху. Давай, пока-пока, до скорых встреч.